И всем доброго времени суток, и по многочисленным просьбам сегодня будем настраивать пул под Expanse. И настраивать будем все это дело на HiFS. Сначала скачиваем HiFS, ссылочка будет в описании, где скачать и как настроить с нуля. То есть дальше я показываю, как настроить Expanse. Вам понадобится пул. Пул я буду использовать Miner Pool Hub, он удобен. Вообще просто под HiFS красота. Валюток тут очень много. Вам потребуется просто зарядить свой аккаунт. И, к примеру, я сейчас зайду. Залогинился. Вам потребуется знать свой логин. Какой вот, например, у меня. Логин, сейчас секундочку, что там вообще, мой логин получается, вот, ваша. Вам это и потребуется изменить в настройках HiFS. Вот я уже настроил вам, получается, вам потребуется только лишь, сейчас, скопировать в описании вот эту штуку, которую я вам оставлю, вот я ее скопирую. Вам нужно это скопировать в описании, зайти в HiFS после того, как вы уже настроили из видео, которое я вам оставлю в описании. Так, и вам нужно нажать здесь, нажимаете Ctrl-V, нажимаете ОК, изменяете вот здесь ваш логин. Выбираете вам нужный майнер клеймор. Здесь настраиваете, если хотите майнить на процессоре. Здесь настроено под электрониум. Если хотите под Monero, пишите порт 80. Здесь изменяете количество ядер. Здесь настроено под 6. Если вы хотите сделать, собственно, там 2, 3, 4, 5, 6 или больше, то вам просто потребуется, например, вот так, и убрать до вот с запятой вместе. Убираете вот отсюда и запятой. То есть убираете просто один. И у вас будет, соответственно, столько ядер. У меня 6 ядер, 12 потоков. И я ставлю, получается, 6 ядер. Криптонайт требует 2 мегабайта на ядро. Соответственно, если там у вас Core i7 там, 3-го или какого поколения, там 3 мегабайта кэша. 2 ядра, 3 мегабайта. Можно поставить, в принципе, 2 ядра. Не 4 потока, как у вас там показывается. 4 потока, к примеру, вот у меня показывается. 12 потоков. Я беру 6 ядер. Чтобы было полноценно 6 ядер использовалось. У меня 15 мегабайт кэша. Я могу даже себе позволить поставить 7 ядер. Но мне хочется, чтобы одно ядро полноценное мне работало и как бы не напряжно было работать. То есть это отступление. То есть вам, в принципе, здесь меняете логин на свой, соответственно, который с пула у вас вот здесь появится. Здесь ничего можно не настраивать. Это раньше надо было настраивать. Он у вас автоматически появится. И будете смотреть уже, собственно, статистику, там заходите, к примеру, там, в любой там Ethereum. И заходите в статистику, и у вас вот здесь появится скорость, чего вы там будете майнить. Expanse, в Expanse заходите, то есть делаем Expanse, зайдете сюда, то есть все настройки, которые здесь, я вбил уже. Здесь заходите, и у вас будет здесь. Далее, потом, если вам нужно вывод сделать, сюда свой кошелечек и сюда свой пин вставляете. Пин не забывайте, он вам понадобится постоянно при выводе. Выводе денежек на свой внешний кошелек, либо на биржу, либо куда-то еще. Так, ну, вроде как бы все. На пуле видно, как будет, в майнере видно, нажимаете ОК, шапку тоже можете поменять, как вам угодно. Ну и здесь это, в принципе, не важно, это можно убрать вообще. Так, соответственно, все, нажимаете ОК, у вас появляется, заходите
свой этот в рик вот, вылетело из головы. И здесь уже выбираете непосредственно свой кошелек, нажимаете ракетку, полетели. По разгону видеокарту у меня тоже есть в описании, например, на 1050 или на 1060, 6-гиговые с памятью Samsung, и у меня тут Torpedo, но он нормально тянет по памяти 1600. В принципе, все по настройкам есть, дополнительно все будет в описании. Ну, собственно, все. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, дизлайки, подписываемся на канал. Второй канал у меня на Vue. Советую на него заходить. Там появляются видосы намного раньше, чем на YouTube. Так что все. Всем спасибо, всем пока.